Фантик. Почему он Фантик? Ну, это опять же из фильма. Он же Фильм Фантазия. Ну, Фантазин. Фантазио 770. Фантик. Он еще маленький, но он подрастет и будет еще лучше, чем сейчас. Уверенно хочет нацию и опять часто, слишком часто садится в фантазин. Большая проблема. Человек Приш. Да, хороший выбор. Атаки от Такина. Я думаю, случайно он попал в эту кнопку. Вот это вылезет. Слышь, мешает просто. Да, конечно, тут так и летают за нас. Фейс ролик попадает, выходит удары. Кстати, натурально Сервантес, я тут им поиграл. Вот наиболее близкий чар к тому, у которого надо фейсролить. Ну, Такин тем временем уже 2-0 ведет. Ничего, сейчас один сам бэкнется, в прошлый раз уволил. Запарывая комбо, я думаю, это будет не так просто. Комбы не нужны. Обоим игрокам. Это почему? Для слабаков. Главное, обмен одиночными ударами. О боже мой, и Такин наносит советского дымачка. Это присед. Да, это 6-6, как которым так любит Такин добивать. Фантазин отправляется в глубину.